Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели выездную проверку подвала жилого дома по адресу улица Сколковская, 3Б. Ранее в социальных сетях собственники квартир неоднократно указывали на то, что не могут попасть в подвальное помещение из-за его подтопления. Как сообщила депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии «Единая Россия» Ирина Грабарчук, причину подтопления управляющая компания устранила.